а мне сейчас нечего делать. Хорошо. Все готово уже. Ладно. Хотите что-нибудь попробовать? Я мясо не люблю. А коллеги ваши? Sie fragt, ob ihr was probieren möchtet. Да. Копченое, вареное. Что это копченое? Ну, это вот это. Такое. Бекон. Möchtet ihr sowas Bacon-mäßiges oder Varöna ist, glaube ich, Bacon. Wollt ihr sagen? Mhm. Потому что экономические условия в нашей стране таковы, что был ковид и приходилось выживать, и надо было работать там, где были места. Очень много магазинов, всего позакрывалось. И поэтому вот надо было что-то. Вы раньше не работали с мясом? А вы что работали? Я в ресторанах работала. Это уже сегодня слышали, что тоже... Ну, все кафе, рестораны были закрыты в ковид, поэтому пришлось искать работу другого профиля. А вы любите теперь вашу работу или хотите обратно? Трудно сказать. Ну, как-то привыкла уже немножко. Сначала было очень тяжело. Это совсем не то, что мне нравится. А что у вас так сложно с мясом работать? Есть другая специфика. Да. Ну, теперь лучше стало. Sie hat Deutsch in der Schule gelernt und dann war sie 10 Tage in Berlin.